Вот, друзья, мы прибыли на место. Значит, накачали лодку. Немного нас, конечно, дождик застал. Вот такая вот красавица красного цвета. Это максимальной комплектации. Я немножко позже вам расскажу, что да как. Вот, фирма SM Arin Professional. Вот, ну и от компании X-Motors. Сейчас поставим двигатель. Двигатель Merlin. Попробуем покататься по озерам. Ну и половить рыбки. Ну, осталось дело за малым. Сейчас двигатель установим. Вот. Фирмы Merlin, как я и говорил. Вот, сейчас вдвоем. Он весит 41 килограмм. Ты лодку за... Заходи, лодку. А я... Отпускай. Вот, все. Отпущен. Ну вот, двигатель установили. Вдвоем, конечно, легче, одному намного тяжелее. Сейчас осталось только подсоединить бак и все, и в путь. Друзья, рыбоходникам всем привет. Сегодня я посвящаю этот выпуск обзору, значит, вот такой вот красной и очень классной лодки. Значит, сейчас немножко вам расскажу про нее поподробнее. Значит, длина у нее 380 сантиметров, ширина 184. Вот, ширина баллона, по-моему, 42 сантиметра идет. Значит, эта лодка идет в максимальной комплектации. Все, что придумать могли, придумали все, что можно. Все есть у нее, в этой лодке. Значит, плотность верхнего баллона ПВХ идет 1200. Ниже, значит, вот здесь вот более такая, ну как, еще плотнее, она идет 1400 плотность самого ПВХ. Там, значит, идет еще бронь, ну тут не видно, просто там еще получается еще как броня считается снизу. Не знаю, покажу, не покажу. Ну-ка, подойди. Там вот снизу еще есть. Вот здесь. Да. Вот здесь вот наклеено или там нашито, еще броня получается. Она еще плотнее это. Там, по-моему, 5 миллиметров идет. Не помню, надо смотреть по книжке. Значит, есть удобные ручки. Держать очень крепкие, можно держаться за них. Это вообще лодка идет шестиместная. Вот, 6 человек. Грузоподъемность у нее 730-750 килограммов. Вот. Здесь надувной пол, плотность у него еще больше. У него плотность 1700. Вот, дальше. Очень удобные идут легкие лавочки вот такие. Они легко и быстро вставляются. Они еще регулируются по вот по этой. По этим полозьям, то есть, вот так можно регулировать. Ну, короче, вы поняли, что эту регулировать можно, что эту. Значит, антискользящее покрытие, чтобы у вас задница не скользила. Вот, они очень легкие. Дальше еще вот хороший момент такой есть, когда якорь покупаете отдельно, вот этот. Есть нашивка специально для якоря, идет толстая. Здесь идет, значит, такой ролик тоже для якоря. И еще вот эти вот вставки, вот сюда можно ставить каркас и накрывать, допустим, какие-то вещи положили там. Сверху накидка идет, она отдельно продается, можно ее приобретать там в любых лодочных магазинах, она должна быть. Она водонепроницаемая. Дальше что? Вот очень удобная вот швартовая вот эта вот
жестко сделано, качественно и, ну, короче, по кайфу. Хорошая штука, очень удобная. Ну, не сломается, если будете тащить ее, не сломается. Значит, здесь по этому борту тоже идут портовые такие вот плетеные, причем хорошего качества и толстые веревки. Что с этой стороны, что с той стороны. Вот. Еще одна фишка, больше всего мне понравилось, это крепеж бака, бензобака. Сейчас покажу. Идет резиновая накладка, чтобы бак при движении не терся об пол. Вот, вот такая вот. Видно, нет? Да, видно. Сейчас. Поближе. Вот, идет ремень застежка специально такой вот, регулируемый. Можно натягивать. Вот, и за счет этого у вас бак по всей лодке не будет туда-сюда бегать, прыгать. Не надо будет его переставлять. Один раз зафиксировал и все, забыл. По кайфу. Хорошая штука. Вот эта вот мне опция вообще прям нравится. Не у всех это есть. Ну, вот здесь они продумали, хорошо сделали. По кайфу. Вот бирка. Здесь указано, что здесь вот вместимость 6 человек. Вот, грузоподъемность 730 килограмм. Вот, максимально можно ставить мощность двигателя, по-моему, да, 20 лошадей. Ну, тут дата, вес, по-моему, 55 килограммов весит, да, вот здесь внизу, не знаю, видно, нет. Ну, короче, 55 килограммов весит в собранном виде сама лодка. Дальше у этой лодки идут клапана, это сбросные клапана. Это для того нужно, вот он, вот этот красный, это клапан пола. Это нужно для того, что вот, допустим, самая жаркая погода будет, там, ну, плюс 40, допустим, когда баллоны нагреваются и пол нагревается, получается, будет расширяться воздух внутри, и он будет стравливать лишний, ну, излишку воздуха. Также идет с этой стороны тоже, это уже идет на баллон такой же клапан сбросной. Вот, вот он, вот так его лучше видно. Ее продумали, это хорошая опция. Транец выполнен из очень хорошего водостойкого материала, много слоев здесь сделано. Высота, значит, у него 40 сантиметров. Вот, ширину не знаю. Дальше, ну, тут чуть-чуть водичка набралась, вчера дождик был, вот она набралась. Идет пробка сливная тоже, очень, сейчас покажу, где она тут. Ага. Вот плотная пробка, здесь она внутри резиновая, прорезиненная, и к ней идет еще шнурок, чтобы не потерять данную пробку. Дальше идет накладка, уже идет с трансом, это для установки двигателя, чтобы не повредить транец. Вот это тоже продумали и держится хорошо. Здесь пупырки маленькие, чтобы, ну, туда-сюда двигатель, допустим, если забыли закрепить, ну, не то что закрепить, а не сильно затянули, чтобы сами вот эти вот натяжные шайбы, они не елозили по вот этой самой. Но она как бы, кстати, она нифига не резиновая, она типа вот как пластик, что ли, прорезиненный. С транса идет вот эти вот косынки, это гасят они волну, что сверху, с этой стороны, ну и снизу там тоже есть, она, ну, там немножко под водой, такие же косынки нашиты. Вот, и, кстати, очень помогает, чтобы при волне, допустим, сюда, или при быстром ходе, чтобы волна сюда еще в лодку не заливалась. Вот, это тоже вот продумали. А, еще с лодкой идет в комплекте, короче, клей без названия, там внутри, значит, переходник от насоса, такой ножным, который можно качать,
Внутри идет еще в этом тубусе. Короче, он поломался тут малость. Наверное, при перевозке. Ну, клейки этот, ПВХ материал можно клеить, если где-то продырявили. Дальше. Это что касается, вместе с лодкой идет. Ну и последняя с лодкой идет там инструкция. Сейчас покажу. Ну, немножко помялась. Ничего страшного. Еще напечатаю. Короче, это с лодкой идет инструкция. Здесь все характеристики написаны. Там обслуживание какое-то. Ну, короче, все параметры. Дальше. С ней идет еще такая вот толстая швартовая. Не знаю, сколько длина. Ну, почти чуть-чуть больше самой лодки длина. Мы ее там привязали уже спереди. Так, что касается двигателя. Двигатель, значит, это фирма Marlin Pro, 9,9 лошадей. Но он форсированный. По факту он, короче, его сделали так, что он 20 лошадей идет. Неплохо идет, вообще обалденно. На глиссер выходит прям за секунду. Вдвоем. Пока мы вдвоем пробовали, втроем не пробовали, так как нас сегодня собралось только два человека. Вот. Вдвоем с грузом, с небольшим, со всякими снастями идет прям хорошо. Можно сказать, по себя рвет, аж приходится держаться. Бывает даже страшно. Вот. По счету двигателю, значит, это двухтактный двигатель. В комплекте идет шланг, бензонасос, ну не бензонасос, груша со шлангом. Ну, это в основном у всех так идет. А с двигателем, значит, идет книжка с инструкцией к обслуживанию. Дальше идет еще одна веревка, которая наматывается, снимаешь колпак, наматывается, накручивается и дергается. Все просто. Вот. И здесь какие-то шайбочки. Идет еще дополнительная крыльчатка. Вот. И еще комплект ключей. Ключи, значит, такие. Здесь идет отвертка. Шпилька для откручивания свечей, свечки. Вот свечник. Пассатижи. И еще идет вот такой вот накидной ключ. Все. А, еще забыл дополнить. Конечно же, бак. К нему идет 24-литровый бак. Ну, это стандарт, это везде так. У всех красного цвета. Ну, короче, вот как бы вот так вот. Вот. Сейчас немножко покатаемся, немножко протестим ее. Вдвоем, один человек. Замерим скорость. Замерю скорость вдвоем я и как она идет один, когда человек сидит. Вот. Ну, в общем, сейчас протестим. Ну, а потом немножко порыбачим, отправимся на карася, так как мы приехали не только обзор делать, мы еще приехали половить карасика. Если что, ссылки будут в описании на цены, там разные на двигатели, разный размер лод. Ну, короче, я ссылку оставляю в описании под видео, сами посмотрите, полистайте. Кстати, заводится вообще с полтычка. Все, поехал.
еще чуть не забыл, хотел рассказать, фишка двигателя есть у самого румпеля на газульке. Значит, когда полняка даешь, все, вот полный газ, и еще идет щелчок. Щелчок сделал, все, газ обратно возвращаться не будет. Я думаю, это сделано для того, чтобы у тебя рука не уставала постоянно газовать. Допустим, идешь на большой скорости, вот, включил ее до конца и просто только рулишь. Все, вот, вот щелчок, и газ сбавляется. По расходу, ну я как бы не знаю по расходу, сколько он жрет. Это надо замерять, это надо вычислять. Так как я за таким движком первый раз сижу, можно сказать, за рулем. Вот. Но в книжке там должно написано. Я еще не читал. Надо было прочитать все-таки. Ладно, времени не было читать. Значит, скорости у него включаются здесь. То есть вот так вот. Нейтральное положение. Вперед, значит, поехал вперед. И задняя скорость. Назад переключаешь. Все. Съехал. Трясет, ебаный рот. Сейчас я вам пример покажу. По скорости я замерил, когда два человека в лодке и когда один человек. Вот эта вот скорость, это когда вдвоем сидим в лодке. 31,62. Сейчас покажу, когда один. Вот. Когда один сидишь, подрывает, конечно, добро. Вот такая вот скорость, 41,55. Ну, этого вполне достаточно для такой скорости ездить по спокойным речкам. Значит, по вместительности 380 сантиметров этой лодки вполне хватает. Для двоих просто вот так вот. Чувствуешь себя комфортно, места очень много. Друг другу не мешаемся, жопами не толкаемся. Страшно на ней ездить одному, очень, да. Страшно. 20 лошадей сзади стоит. Аж боишься это, думаешь, сейчас перевернется, на козла встает. Ну, это потому что я один. Лодка длинная, плюс если ветер, ветер сопротивления, и страшно давать сильно, потому что ветер навстречу, все, можно, блин, перевернуться, ну его нафиг. Боюсь одному страшно ездить. Вот. А так, короче, лодка вообще бомбическая, вообще по кайфу. Классно. Места много, всего хватает, всех примочек, все, что надо, все есть в этой лодке. Буду деньги, возьму тоже себе такую. Мне понравилось. Вообще супер. Я-то вам так скажу. Короче, кайфовая, удобная лодка. Вот. И цвет красный. Еще есть, кстати, там цвета разные идут. Красный, зеленый. Пиксельные расцветки, там еще какие-то, я не знаю. Ну, знаю, что три цвета есть точно. Сегодня мы будем использовать такую прикормку фирмы Delphi. То, что нравится рыбе. Здесь состав идет конопли. Вот здесь вот значок такой каннабиса. Вот. Сегодня вот такую вот подкидываем рыбки. О, дуплет. Два штуки сразу. Ну-ка, покажи-ка. Ну-ка, давай. Камеру. О, дуплет, блядь. Ага.
Нормально, что? О, клюет. Это я. Оп. 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 Оп, оп, оп. Во, хороший. Хороший, да. Такой. Вот так вот. Хороший карасек. Улов у нас получился. Ага, это на сегодняшний день. На одного человека. Сейчас свою покажу рыбу. Так, садок. Вот уже покрупнее карасики. Да, там побольше вот таких вот. Где-то по 300 грамм где-то такие есть. Ну есть больше, там есть 500 грамм. Ну или по... Да, 1500 есть. Есть, ну. Есть. Ну, жареха есть, отлично. Мы от нуля ушли, мы счастливы. Ну вот, друзья, вот такая у нас получилась рыбалка, такой небольшой тест. Лодка по кайфу, бомбическая лодка, вообще супер-пупер. Значит, минусов я у нее не нашел, одни плюсы. Очень хорошая лодка, просто понравилась. Вот у меня товарищ сейчас снимает, ему тоже очень понравилась эта лодка. Ну все, друзья, подписывайтесь на канал, если что, ссылка будет под видео на все про все, на про лодку, про двигатель. Вот, оставайтесь со мной, ставьте лайки, всем пока, всем счастливо!